Тысячи людей вышли на улицы столицы Венесуэлы, Каракаса, в субботу в знак поддержки лидеров оппозиции Марии Карины Мачадо и Эдмунда Гонсалеса, который, по их мнению, одержал безоговорочную победу на президентских выборах. Мачадо впервые появилась на публике со вторника. Ранее она заявляла, что ее жизнь и свобода находятся под угрозой. La verdad está en nuestros corazones y la verdad está en cada palabra que a partir de este momento seguimos pronunciando un solo grito de libertad del bravo pueblo de Venezuela. Власти объявили действующего президента Николаса Мадуро победителем национальных выборов в прошлое воскресенье, но так и не представили результаты голосования, подтверждающие его переизбрание. По данным независимых опросов и экзит-полов, Гонсалес побеждал в первом туре.